Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, я являюсь экспертом в области красоты и здоровья швейцарской компании Vivasan. Я так же, как и вы, сижу дома и хочу оставаться красивой и здоровой. Конечно, мы знаем, что нужно для ухода за кожей. Очистка, питательные вещества, расслабление мышц – все эти средства у нас есть. А лучше, конечно, запланировать несколько походов в салон. Но салоны закрыты, да и накладно. А хотите иметь свой персональный салон красоты? У меня в руках ультразвуковой массажер, который усиливает действие питательных кремов в несколько раз. Наверняка вы слышали о таких приборах. Чем же отличается массажер, который рекомендует компания Vivasan? Главное, он безопасен, простой и мобильный в использовании. Почему именно ультразвук, спросите вы? Да ведь именно ультразвук усиливает проникновение активных веществ любого косметического и лечебного средства. Массажер сочетает в себе 4 режима. Это 4 разных процедуры в салоне, которые в несколько раз дороже, чем стоимость одного массажера. Итак, первый режим – это ионная очистка. Глубокая очистка пор лица удаляет микроскопические загрязнения кожи, невидимые глазу. Можно применять ежедневно, утром и вечером, в течение 3-5 минут. Очень важно, первое – предварительно провести демакияж. И второе – использовать ватный диск, на который мы наносим очищающий гель. Затем мы лицо смываем и дальше дочищаем кожу тоником. Итог. Кожа будет подготовлена к проникновению активных ингредиентов какого-либо косметического средства. Второй режим – ультразвук. Активизирует кровеносную и лимфатическую системы, устраняет отеки лица, дает лифтинг-эффект, улучшает тонус кожи. Именно в этом режиме можно использовать наши лечебно-профилактические средства, такие как крем тимьян, гель ПЦ-28. На влажную руку тонким слоем мы наносим крем и используем массажер. Третий режим – это электромиостимуляция. Омоложение лица без хирургического вмешательства. Пассивная гимнастика для лица. Проработка глубоких мышц лица для получения более упругой и подтянутой кожи. Уходит усталый вид. Мешки под глазами. При систематическом использовании этого режима уходит даже нависшее веко. Этот режим также очень подходит для лечения акне. И четвертый – это тепловой, мой самый любимый режим. Эта процедура проводится в вечернее время суток, после трудового дня. Ведь трудовой день может быть и дома. Этот режим для идеального расслабления мышц лица – то, что нужно, чтобы уменьшить морщинки. Если вы делаете все правильно и систематически, результат заметят все. Когда закончится самоизоляция, массажер можно использовать в поездках. Следующая наша встреча будет посвящена практическому использованию ультразвукового массажера. Буду рада ответить на ваши вопросы. Оставайтесь дома, берегите себя.